Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не могу поделиться своими проблемами с родственниками. Почему? Учился в университете, но когда речь доходит до зачетов, не могу перебороть себя и ответить, что делать в этом случае. Много раз пыталась перебороть свою неуверенность, ничего не получается. Внутри себя я лидер, а снаружи из-за того, что не могу себя пересилить, нет. Ну, два, пожалуй, таких вот основных момента я хотел бы сказать здесь. Первое, это то, что, так вот, знаете, немного провокационный, наверное, будет комментарий. Вот, почему вы решили, что вы лидер? То есть, ты на это указывал, на то, что вы лидер. Если вы, как-то вот про свои, если вы про свои фантазии говорите, как-то тут больше, вот, так это, не говорит о том, что вы лидер, если вы свои фантазии вот озвучиваете, что вам, хочется быть лидером. Да, если вы мечтаете быть лидером, так это не означает, что вы лидер. Это означает только, только то, что вы хотите, что вы хотели бы быть лидером. Вот. Это означает, что, что у вас есть амбиции, вот. Амбиции быть лидером. Это да. Вот. Но амбиции лидерские есть у всех в той или иной степени, то есть, фантазии. Вот, я думаю, что каждый человек хоть раз в своей жизни мечтал быть лидером. Вот. Поэтому первое, на что, на что вам нужно обратить свое внимание, да, первое, это, почему я решил, что я лидер. Вот. С чего я решил вообще, что я лидер. Вот. Это первое. Пожалуй. На что вот я хотел бы обратить ваше внимание. Второе, на что бы я хотел обратить ваше внимание, это то, что, в какой-то степени, да, по моему мнению, вам, в общем-то, может мешать, сильно может мешать то, что вы считаете себя лидером, да, и у вас есть, амбиции такие, есть требования к себе, вот, то есть, как бы, вы говорите, вот, я лидер, я должна, там, как-то определенным образом, значит, отвечать, да, определенным образом говорить, определенным образом разговаривать, вот, потому что я лидер, вы себе так это можете, как бы, объяснять, да, вот, а вас это просто, может сбивать, потому что, в действительности, вы, например, вот в данный момент времени можете быть способны просто на какие-то другие вещи, вот, на менее, скажем так, амбициозные, да. Вот, потому что лидерские качества, они воспитываются, то есть они развиваются,
Вот, вы не можете требовать от себя, вот, ну, того, что вам не просил, понимаете? А вот в данном случае, да, если вот, ну, если вот так смотреть, что вы от себя требуете, ну, большего вы от себя требуете, чем вы можете, ну, чем вы можете реально. Ну и, конечно, ничего нет удивительного в таком случае, что вы не, ну, что вас не получается отвечать, потому что вы бы как бы и рады бы ответить, вот. Но из-за вот того, что вы от себя требуете, вот, вы понимаете, что, ну, вот, так как вы требуете, да, от себя, вот, так как вы требуете, как вы ждете от себя, как вы себе нарисовали воображение, вот, ну, вы не ответите. И все, и вы вот, буквально вы тушуетесь, вот, буквально, просто, буквально тушуетесь. И я был бы, ну, удивлен, если бы было бы как-то иначе в данном случае, вот. Потому что вы сами себя, получается, зажимаете, вы сами себя подавляете тем, что, ну, вот, не удовлетворяете, да, своим требованиям. Вот. Поэтому это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. И второй момент, на который я бы хотел обратить тоже ваше внимание, это то, вот как образовывается неуверенность. Неуверенность образовывается из-за попытки такой, знаете, ложной достаточно. Значит, себя оценить себя, как бы, ну, со стороны. То есть, а как я буду вот сейчас выглядеть, да, как я буду сейчас, ну, смотреться, например. Если вот отвечу там на вопрос. Вот. При этом очень важный момент заключается в том, что вы игнорируете то, ради чего изначально вы, ну, начали вот, значит, ну, заниматься этим. То есть вы игнорируете свою вот, ну, какую-то, да, первоначальную цель, например, обучение. То есть для чего вы, допустим, там, ну, пошли учиться. Вот. Зачем вы пошли учиться, да? Чтобы что вы пошли учиться? Учиться. Вот. То есть это вот такой момент. Поэтому неуверенность в себе, вот, знаете, в кавычках, перебарывается. Вот. Если, ну, если можно так, если можно так выразиться.
Вот. Перебарывается именно за счет переключения, за счет переключения на то, что вам интересно, на то, вот ради чего, для чего вы вот этим, ну, как бы, вы начали заниматься, понимаете? И, в общем-то, неуверенность исчезает, когда вы переключаете свое внимание на, ну, на другие вещи. Вот, ну, в частности, вот, когда вы переключите свое внимание, вот, на интерес к тому, что вы делаете, а не на попытку показать другим людям, да, вот, там, какая вы и так далее. А при этом, вот то, что вы хотите быть, допустим, ну, допустим, на каком-то счету у людей, это нормально. Но чтобы быть на каком-то счету у людей, например, на хорошем счету, да, допустим, вот, ну, на мой взгляд, вам достаточно просто делать то, что вы считаете важным. Вот. Для этого не обязательно быть лидером. Точнее, здесь лидерство не самоцель. И вы просто делаете то, что вам кажется важным. И все. И вы получаете ровно такую обратную связь, ровно такой результат вы получаете, ну вот, от своих действий, который соответствует вашим способностям и вашим, ну, вашим возможностям. Вот. Да, да, конечно, вы можете быть разочарованы этим. Это правда. Это правда, вы действительно можете быть разочарованы. Вы можете быть разочарованы результатом. Вы можете быть разочарованы, в целом, да, вот как. Ну, все получится, то есть вы увидите, например, что не такое уж большое количество людей, да, там, откликаются на какие-то вещи и так далее. И опять же, здесь очень-очень важно говорить об адекватности требований. Потому что за всем этим, вот, за всеми теми вещами, которые мы сейчас обсудили, на самом деле скрывается потерянный интерес к деятельности, которой вы занимаетесь. Вот. Такой, знаете, ну, недостаточный интерес. Вот. И там, где интерес маленький, а ваша энергия не может реализоваться, вот, появляются какие-то другие сопутствующие истории, вот, ну, по типу вот тех, которые вы описали, понимаете? Вот. Я думаю так. Если как-то вот, ну, локально говорить о том, что вам нужно, то я думаю, что речь идет здесь в первую очередь про научение быть слабым. Вот.
И ситуация, конечно, будет усложняться, если вот, ну, в вашей семье, да, вот вы говорите, что не можете с родственниками поделиться, вот ситуация будет усложняться, если вот в вашей семье не принято, или среди ваших родных, не принято проявлять свою слабость. Вот тогда это первостепенная проблема, и с нее в данном случае нужно начинать работу и коррекцию. Вот. На этом все, пожалуй. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Дальше обращайтесь.